познакомиться с судьями. Приветствуем жюри новой волны 2021. Два артиста, но один судейский голос. Первый жюри новой волны Артик и Асти. Певец, композитор и мультиинструменталист, заслуженный деятель культуры Республики Казахстан. Самый популярный артист Азии по версии MTV Music Awards. Депутат Жюри новой волны Димаш Кудайбергенов. Певец, участник первой новой волны, конечно, Дима Билан. Ее песни взрывают чарты. И вот, наконец, ее взрывное появление. Впервые в жюри новой волны. Настоящая суперзвезда. Лобода! Певец, продюсер, народный артист России. Филипп Киркоров. Певец, победитель первой новой волны. Сергей Лазарев. Александр Розенбаум. Композитор, продюсер Димитрис Кантополос. И председатель жюри, композитор, продюсер, народный артист России, 19-й раз в жюри, Игорь Крутой. Дорогие друзья, ну а сейчас коротко о регламенте конкурса. Каждый участник в течение пока почему-то белых оттенков, белые дизайнера и повторил свои произведения. Итак, оценки нашего жюри. Димаш, я тебя умоляю, поднимай вовремя, пожалуйста. Итак, 8, 9, 7. Жюри, возможно, за вами сейчас впервые следят за Австралией. Это ответственно, поэтому прошу понять ваши оценки. Артик, Асти. Спасибо, Димаш. 9. Yes.
Татарстана, группа Nexus, создан российским дизайнером Джамалом Махмудовым. Одежду от Джамала вы можете увидеть в топовых глянцевых изданиях и встретить на главных площадях событий страны. Она узнаваема и выдержана в стиле неоклассик. Джамал лауреат национальных премий в сфере дизайна и шоу-бизнеса, постоянный участник Moscow Fashion Week, владелец собственного бренда одежды. Ну, а мы смотрим оценки нашего жюри. Ждем оценки нашего жюри.
Итак, 10, 8, 10, 9, 9, Филипп, не вижу, 8, 8, 9 и 9. Я бы хотела еще напомнить, что образы для этого учебника.